Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Да, сейчас еще подождем остальных, потому что, ну, еще не время. Я и хотел чуть пораньше уже начать, но те люди, которые придут в 9 часов, расстроиться могут, что мы их не подождали. У нас уже масса смертей, 27. Боссов убито всего лишь 5. Не знаю, куда мы сегодня пойдем. У меня нет особого плана на игру, если честно. Давайте вспоминать, где мы с вами остановились. Замок Грозовой Завесы. Карта выглядит в данный момент вот таким вот образом. Вот так вот. Это как так вообще? Эскип сработал раза с 5-го. Майкеры Кольцо 2.0. Это новые условия челленджа. Прилетели от Сайкорима. Пройти Elden Ring, не прокачивая жизнь силы выше 15-го. Я не прокачивал. Без призыва NPC и духов. За 200 жизней получаю за каждую выигранную схватку по 2 дополнительные жизни. И духов? А как же мои волки, слышишь? Слышишь? Алло? Алло? Стайкориум. А чё по волкам, я не понял. По 2 жизни на босса вообще. Это ж надо так. Ох, ну блин, по 2 трая на босса, это же вообще трындец. По 2 трая на босса, то есть общее количество 200 смертей. И по 2, по... Ты нормальный вообще? А исходя из чего, с Тайкорием, ты решил вот такой вот, так вот изменить? Goodbye. Блин, а как же... Nice to do business. Как же без волков-то, а? Плюс 2 жизни за убитого босса же, да я понимаю. На боссов тогда вообще лучше на необязательных не ходить. Нахрена нужно? Ты только за два раза поймешь приблизительно, какие у него движения, понимаешь? Приблизительно. И собака еще... Какие вообще боссы? Вы че, с ума сошли? Какие по 2 босса? Я тут на сокола не могу убить. Ёпарес, это... Кузнечный камень 2. Мне еще 2 таких, это мы катану до плюс 5 грыданем. Раз. Фален, подчеркивание, темплак, поддержал. Можешь пройти здесь? Канал на 100 рублей и сообщает. А я ковала. А я ковал ее опять. А как намаялась я с тобой, моя катана номер 5. Минус. Ты слишком широкий, друг. Пришло время для игровой механики. Да кричи, не кричи, кричи колен, это все уже. А могу я тебе критануть в башню? Не, 81. А нет, 160. Голова моя седая. А можно последний удар сделать? Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой, как же боссом-то пахнет, вы посмотрите. Кажется, участок. Это карта, да, у нас? Карта. Лиурния, Восток. И мы нашли как раз тот участок. Даже больше. Мы идем по болотам, да? Было бы неплохо вот сюда зайти. Прям вот вдоль болот пройти. Так, а что это за статус, интересно, такой? По цвету похоже на отравление. Ну, класс. Маркер спал. Жалко, я не могу при сильном задерживать. Придется обычными достреливать. А, Миша, а есть ограничения по донатам, по платежным системам в связи с ситуацией? Нам не поступало никаких негативных тем, что... Ну, там PayPal, понятное дело, ограничения. Мы сейчас с Соколиком какую-то
Но все равно, если говорить по картам, пока никаких... Но они должны случиться там завтрашнего дня и для зарубежных переводов. Ну, для переводов из-за рубежа. У меня антидота нет. Хотя, может, и есть, на самом деле. Я не уверен в этом. А цветок-то такой жёстенький. Блит на него действует, как вы видите, все равно. То есть вам показывают цветок, который вас не бьет. Он вас травит, а когда у вас остается мало хп, все. Он добивает. Я думал подлечиться, но у меня было где-то половина хп. Ну, это, конечно, подстав. Это классика. И для iOS тоже приложение хорошее. Так, тут товарищ в цепях. Большое количество трупов. Что-то подозрительно. Блин, мужик. Что, попробуем? Точнее. Отлично, блин. Я кнопку перепутал. Настоящий воин. Блиц сработал. О! Свалили. Блиц. Сейчас вторая фаза, типа. Но не успел он. Поэтому я и хочу катану. Возможно, даже вторую катану. Котана! Или вот эти вот можно будет с коготочки немножко под это самое. Изи. Да, конечно, изи. Это уже не первый босс. Помнишь прохождение God of War? Там атмосфера, графон, эпический боец, у меня драконы с множеством фаз. Да, God of War шикарный. Поэтому сейчас уже люди начинают перестраховываться. Грамотно делают стримеры, что начинают просто в нейтральную среду, типа телеграм-каналов, потому что явно, что телеграм-то в рамках России, ну и глобально, он такой универсальный средство связи, потому что ты, если не знаешь, куда тебе идти, там на Трова, на YouTube, на там, не знаю, на Good Game. Тебе главное аудиторию. Что это такое? Тебе главное иметь возможность до аудитории, до своей лояльной, до, ну, сообщений доносить. Где ты стримишь, когда ты стримишь и так далее. Поэтому сейчас стримеры главным образом форсят телегу. По понятным причинам. Они уже успели договориться еще в свое время. Все-таки успели договориться. Куда ты полез-то? Вот, и присматривают всяк... Ну, шаг, естественно, очень важный, потому что у стримеров, особенно у фулл-тайм стримеров, надо дважды подумать, прежде чем принимать решение, а лучше делать с группой. Поддержал ваш канал на У тебя же есть лошадка, шата... Фан, да, я понимаю. Голосовые сообщения доходят. На 100 рублей с интерактив. Ну, давай. Приветствую всех читателей игрового мира. Ой, убери этого упыря. Приветствует он читателей игрового мира. Приветствую читателей... Не. Бесячий. Ненавижу его. Фига! Ай! Да ладно! Да что так? Нет! Нет! Так, ребята, хорош отдаваться. Стоп, я сказал.
Стоп! Пора возобновлять НПКЛ с... Ой, слушайте, у нас сейчас такая движуха, ё-моё. У нас же появился после... У нас появился замечательный маркетолог. Мы его выбирали под фазу роста, так называемую. Ну, я вам рассказывал, в общем. Так этот товарищ за 2 месяца уже успел столько всего хорошего сделать. Я думаю, что через пару недель, месяц уже вы увидите первые результаты. Прям практически его... Там 2-3 направления, переговоры, KPI, все как надо, блин. А моя задача сейчас просто не умирать, понимаете? Не-не-не. Нет! Да... Я жал, реально жал. Ну неужели я слишком далеко зашел, а? 1900 минус души. Я доскочу туда. Попробую доскочать. Доскакать. Доскачать. Ну как, чё? А, он с чаржем еще. Конечно. Нет, ну я застрял в текстуре, блин. Что ты? А, я пытался назад, а потом пытался влево, и все равно... Да ну нафиг. Еще нормально. Когда он один, это попроще. Изи, сколько дают? 200 опыта. Так, а в их лагере есть вообще что-нибудь ценное, кроме того, что я этот фолиантик взял? Я специально оставлю здесь бардак полный. А, здесь можно разбить, кстати. Пестрое вяленое мясо. Ой, обожаю маркеры просто. Да, нет. Твори добро. Серьезно. Как же он меняется просто. Как же он... И нос чешется. Да блин, только не умирай здесь-то. Я перекатывался, алло, не легай меня. Нелегально легать так меня. Ай. Так, ну давай, пес. Ух ты, нифига себе. Понял. Понял. Так, ну теперь твоя очередь, жук. Пепел войны, твердость духа. Этого мне не хватало. Возомнивший себя знатью. На колени. Я приказываю тебе. Я владыка всего золота мира. Так, у него дохрена что-то пушек. Годрик. А это Годрик. Ладно, с богом, Миш. Смотри за движениями, фиксируй. Ага, раз. Сверху удар один. Справа налево раз. Серия удар. Нет, один тоже размашистый, но замедленный. Топот. Ага. То есть двойная. Прыжок. Ага, крутит, вертит. И катается, да? С ударом потом. Выносящим выносливостью. Ага, это серия ударов вообще. Второй, да, взрыв? Окей. Ага, двойной. Музыка шикарная.
сука. Ай, тварь, мразь! Извините. Я вообще этого не помнил. Ага. Половины хп сняли просто. Блин. Хорошо. Хорошо. Вот он, блин, опять. Так, я жал дважды перекат. Короче, друзья, все, хватит на сегодня. Пойду отдыхать. Слишком... Я сейчас уже заливать начинаю. Мне надо аккуратненько к нему, аккуратненько. Все. Увидимся с вами завтра ориентировочно в 9 часов вечера. Приходите. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо, что болели. Сори, что сегодня трансляция покороче, потому что, ну, сегодня такой день насыщенный уже был. До завтра. До завтра. Пока-пока-пока. Спасибо, что зашли на Good Game.